Здравствуйте, я Настрома 771. Сегодня я хотел бы выполнить тестирование комплексного антивирусного решения Norton Security версия 22.16.3.21 по состоянию на 3 января 2019 года. Тестовое мероприятие выполняется в рамках уже намеченного тестового блока на одинаковой вирусной базе по всем продуктам. Операционная система Windows 10 64 бита профессиональная. Версия сборки 17.763.292. Аппаратная часть тестовой машины прежняя. Процессор FX8320, 16 ГБ оперативная память, 120 ГБ SSD. Перед выполнением тестового мероприятия территория компьютера проверяется сканерами на предмет наличия каких-либо опасных элементов до установки антивирусного комплекса. Zimana Anti-Malware опасных элементов не обнаруживает. Hitman Pro следов заражения системы не обнаружено. Malwarebytes Anti-Malware версия корпоративная. Выполнялось быстрое сканирование. Опасных объектов не обнаружено. Приступаю к установке антивирусного комплекса. Выполняю обновление продукта. Продукт обновлен, версия 22.16.3.21. Выполняю настройку продукта на максимальную защиту. Программа настроена и обновлена. Приступаю к загрузке с удаленного ресурса подготовленного архива. Загрузка. Сохранение в директорию загрузки. Выполняю распаковку архива. Ввожу пароль. Выполняется дополнительный анализ Norton. Обнаружены небезопасные элементы, которые удаляются. Были обнаружены угрозы. Объекты устранены. Выполняю еще одну проверку. Обнаружены опасные элементы. Удалить при помощи программы данные элементы не представляется возможным. Требуется ручное удаление. Директория Backdo. Внутри один элемент. Приступаю к запуску оставшихся зловредных элементов. От имени администратора. Невозможно запустить в данной операционной системе. Вторая директория. Черви. Здесь опасных элементов не обнаружено. Директория Virus. Здесь в настоящий момент располагается 77 элементов, но количество объектов будет сокращаться, потому что Norton обнаруживает и удаляет опасные элементы. Объект 3.1. Невозможно запустить. Объект 3.2. Аналогично. Объект 3.5. Пятьдесят девятый. Сто двадцать девятый элемент появляется в памяти, анализируется, определен как неизвестный. Через некоторое время выгружается. И последний элемент в данной директории 169. Действия не наблюдается. Единственный файл, который стартовал, в
появился в памяти и выгрузился объект категории «Вирус». Прочие элементы не запускаются. Возможно, они будут разблокированы после рестарта системы. Объект «Троян». Здесь присутствует один элемент. 573. Запуск от имени администратора. Блокирован. Ransom. Объекты отсутствуют. Эксплойты. Объекты отсутствуют. Трояны-шифраторы отсутствуют. Молва. Объекты отсутствуют. Rootkit. Объекты отсутствуют. Botnet. Объекты отсутствуют. Выполняю рестарт системы. После рестарта в директории объекты остаются в том же практически количестве, но появляются иконки. Таким образом, можно сделать предположение, что объекты более не блокированы. Пробую запустить седьмой элемент. Тем не менее, объекты все равно недоступны. 129 объект появляется в памяти и был удален как небезопасный. К прочим объектам нет доступа. Таким образом, оставшиеся элементы заблокированы, и выполнить какие-либо действия с ними не представляется возможным. Что касается директории для шифраторов, архивы шифрованию не подвергались, видеообъекты все доступны, документы доступны, музыкальные элементы шифрованию не подвергались, изображения все доступны. Выполняю полное сканирование системы. Ожидаю окончания процесса. Завершается сканирование, было обнаружено вновь 5 элементов, которые находятся в директории и требуют ручного удаления. Фактически данные объекты не запускаются и какого-либо вреда причинить системе не способны. Можно удалить их самостоятельно. Выполняю сканирование системы дополнительными сканерами на предмет наличия каких-либо опасных элементов. Что касается комода KillSwitch, то каких-либо опасных элементов в памяти программа не обнаруживает. Zimana Anti-Malva. Выполняется сканирование. Завершается проверка каких-либо опасных элементов на территории компьютера. Zimana Anti-Malva не обнаруживает. Hitman Pro. Стандартный поиск. Завершается сканирование, Hitman Pro на территории компьютера опасных элементов не обнаруживает. Malwarebytes Anti-Malware, версия корпоративная. Выполняется быстрое сканирование. Завершается сканирование, вредоносные программы обнаружены не были. Таким образом, зловредные объекты, которые были представлены данному антивирусу, были уничтожены на этапе сканирования, заблокированы в процессе запуска и фактически нанести вред компьютеру не смогли. Единственный файл, который фактически смог запуститься, в памяти присутствовал некоторое время и был выгружен. В дальнейшем антивирус удалил этот объект как опасный. Прочие элементы запуститься не смогли. Файлы пользователя зашифрованы не были. На этом тестирование данного продукта завершается. Тестовое мероприятие продолжается. С вами был Nostromo 771. Спасибо за внимание. До свидания.